Ну что ж, начнем! И самое первое предложение, вы посмотрите! Это покрывало. Да это не простое покрывало, а огромное, которое укроет вашу кровать. Полностью, посмотрите, насколько роскошно оно. Ну, покрывало у нас представлено в двух размерах, обо всем по порядку. Но самое главное, Катя, посмотри, какая красота! Оль, ты знаешь, красота действительно несомненная, неописуемая, но, как говорится, роскошь, она, как правило, всегда в деталях, и я хочу обратить твое внимание именно на детали. Посмотри, какой у нас дизайн. Дизайн необычный, дизайн купонный, да, обыграно все вензелями, ну и, конечно же, цветовая палитра, которая поражает меня, ведь это бежевый цвет. Необыкновенный беж, который увеличивает пространство, между прочим, Олечка. Ну и, конечно же, необычайно вписывается в каждый интерьер, и в классический, и в современный, но очень важно, Оля, то, что именно этот бежевый оттенок, он является одним из самых модных оттенков этого сезона, то есть он входит в десятку самых модных оттенков. Вы представляете, хотите украсить вашу спальню в модном стиле, забирайте покрывало под названием Севилья. Итак, давай мы покажем наш размер, он действительно необычайный, он поражает воображение, и я хочу отметить, Оля, что такой размер в магазине, поверьте мне, как эксперту, найти очень сложно, даже можно сказать, практически невозможно. Невероятно! 230 на 250, 2,5 метра длина покрывала. Теперь любуемся на красоту. Ты знаешь, я считаю, что вот такое покрывало украсило бы даже, я считаю, спальню императрицы. Оль, действительно, такая спальня будет у вас дома, спальня императрицы. И сейчас я даже объясню, почему. Оль, я хочу дать рекомендацию, для каких кроватей подойдет такое покрывало, именно размеры. Если ваша кровать размером 140 на 200, 160 на 200 и 180 на 200, я рекомендую вам выбирать размер евро плюс 230 на 250. Немного ли, подумаете вы? Вот интересно. Мне нет. Это будет действительно очень красивый и важный. Ваша спальня будет подобна королевской. Слушай, потрясающе. Размер королевский. Покрывало Севилья. Вы посмотрите, какое оно большое. Ты знаешь, ты меня покорил. 250 на 230. Я такого размера вообще никогда не видела. А теперь обращаю ваше внимание на ткань. Посмотри, вот здесь блеск жемчужный. Что это, Катя, за ткань? Оль, ты правильно обратила внимание. Действительно, ткань также у нас необычная. Ведь это у нас эко-шелк. Подожди, шелк. Шелк, он очень капризный. И насколько же он будет прочным, все-таки покрывало, мы на нем, бывает, валяемся. Да, Олечка, ты правильно заметила, что шелк действительно, он капризный. Но эко-шелк – это материал новых технологий, материал 21 века. И в отличие от натурального шелка, эко-шелк не деформируется и не боится прямых солнечных лучей. Вот это мне уже нравится. Прочный, качественный, блистательный, какой дизайн и размеры королевские. 1299 рублей, это цена покрывала в размере 200 на 220. У нас есть в ограниченном количестве размер 230 на 250, он будет чуть-чуть подороже. У нас вот это покрывало, я чувствую, что оно такое пышненькое, оно многослойное. Да, Олечка, оно многослойное, покрывало у нас стеганое, но самое, что интересное, стежка-то у нас непростая, это ультрастеп, инновационные технологии в мире текстиля. Есть объемы покрывала, а ниток нет. Конечно же, это нам добавляет практичности, потому что невозможно зацепить такую стежку, а это значит, что даже ваши домашние животные могут отдыхать на таком покрывале, на таком королевском покрывале. Ну и, конечно, детки не смогут повредить, что тоже очень актуально. Так, нитки торчать не будут, стежка рваться не будет, это покрывало Севилья. Украшайте свою спальню, будьте неотразимо, ведь мы в отражении нашего дома, нашего внутреннего мира. И когда у нас в доме все красиво и настраивает нас на благодушный лад, на отдых, то это, конечно, имеет огромное значение. Конечно, Олечка, атмосфера в доме, погода в доме, она влияет на нас напрямую. В доме всегда хотим отдыхать. Но когда у нас такое покрывало, волшебное, блестящее,
блестящее. Это действительно будет роскошный интерьер в вашем доме. Украсьте ваш интерьер по-королевски. Успеете забрать? Покрывало у нас заканчивается. И еще, Кать, я считаю, что это будет шикарный подарок. Вот согласись. Часто бывает, мы идем на какое-то семейное торжество. Вот если делать подарок каждому члену семьи, ну, то получается довольно-таки накладно. А это семейный подарок. Большое покрывало. Смотрите, как картина выглядит. Оля, бесспорно, подарок это будет, несомненно, очаровательный. Ведь такое покрывало будет вписываться в различные интерьеры. И не только вписывается, но и преображать его, украшать. Вы хотите изысканный интерьер? Вы хотите подарить радость вашим близким? Сделайте это с покрывалом 3D Севилья. Приятная ткань, мягкая, нежная, шелковистая, блистательная. Роскошное предложение. Остается все меньше и меньше. Забирайте прямо сейчас. Олечка, ну что самое важное, это покрывало можно постирать у себя дома, в своей стиральной машинке на деликатном режиме. Стираем при температуре 30 градусов. Забудьте, что такое химчистка. Наслаждайтесь роскошем в своем доме. Добавьте в него изюминку, в спальню, в гостиную. Оль, ведь покрывало прекрасно украсит не только кровать, но и диван. Вот это важно. А если вдруг нечаянно чем-то капнешь, ляпнешь, как будем отстирывать? Или отстирывать никакой химчистки не нужно. Пятна. Атека-шелка отстирывается любые пятна, любые загрязнения, даже без применения специальных химических средств. Вот это приятно. Легкий, простой уход, эффектная расцветка, ну и, конечно, настроение, которое создаст в вашем доме покрывало Севилья. Набирайте наш телефон, звоните нам в прямой эфир, уточняйте все вопросы, которые вас интересуют. Мы на них обязательно ответим. Ну и еще раз, это стеганое покрывало, да? Как вот ты считаешь, в качестве, например, на большой диван интересного дизайна, необычного, укроет размер? Конечно, мальчика, укроет. Ведь размер у нас фантастический. 230 на 250 укроет и кровать, и диван.